Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас сразу тут уже босик. Кстати, ребята, убил я Пуниту, да? Ну, давайте сейчас еще раз убью. Выпадет ли с нее ли опять то, что только что выпало? Нет, не выпало. Вот это. Этот блок выпал, в принципе, прикольно. Не нужно даже в ад бегать, если тебе там нужно, например, не знаю, какой-то светильник сделать или еще что-то. Так, не, ну, в принципе, еще раз говорю, ребят, офигенно то, что сразу в инвентарь падает. То есть не нужно поднимать, это прикольно сделай. Вот как раз сейчас смотрю, хватит ли у меня еды, то есть нормально ли ее или нет. Курочка и 20 картошечек. Это даже я не знаю, ребята. Давайте посмотрим, если у нас... Ну, как бы, хватит ли у нас там... Если честно, даже не знаю. Если, например, вот это взять, да? То есть это еще сейчас пожарит, вот это остается. Ну, в принципе, еще, да, так нормально хватит. О, еще тут это есть. Ну, в принципе, я так думаю, что уже можно, наверное, потихоньку... Тут 11, тут 10, да? То есть давайте еще вот так. Можно уже, наверное, потихоньку себе и ферму делать какую-то. Картошкой, например, той же. Потому что действительно, еда у нас кончается. Давайте засечем, ребята, за эту серию. У нас 21 картошечка. Сколько мы сидим за одну серию? А потом посчитаем, ну, сколько нам еще хватит, насколько нам еще хватит. Так, давайте я уже сразу вот это все поставлю в компьютер. Что тут... И у какой нафиг компьютер? В... Сундучки, что тут у нас уже есть. Вот так. Сюда мы складываем. Что мы складываем? Это. Я не знаю, ребята, стоит ли вообще нам идти в... Как его там? В ад? Честно, даже и не знаю, есть ли вообще смысл туда идти. За глоустоном. То есть сделать раркенди, но у нас только золота нету. За глоустоном, чтобы сделать светильники, в принципе, тоже не нужно. И у нас и так там пару штучек есть, то, что мы наворовали, да, в покецентре. В принципе, если что, можем еще там пару покецентров найти. И остальное, в принципе, вот этот тот камень, который мы выбили, я не знаю, тоже он нам не очень так необходим, да. Поэтому думаю, пока что нет смысла туда идти. Давайте, Так, где ты? И полетим, наверное, в какую... Да, в ту сторону как раз мы полетим. Полетим, Инфернейпу еще 3 уровня не хватает. Эмфоросу 4 уровня. Ну и потом так, по уровню так 15-20. Чтобы прокачать уже нашу первую команду до максимального уровня. Так, где ты? Вот ты. Так. Отлично. Что там выпал? Нифига не выпало. Так, 21 картошка у нас было. Только сейчас мы уже 18. Он, это кто там у нас? Пиджи. Сразу мы туда полетим. Где он? А, вот, красный. Или какой? Да. Так, ну что, давай, иди-ка ты сюда. И еще раз. И отлично. Так, нормально. Это давайте-ка мы вот так поставим. Все, больше никто тут не спавнится, можно лететь. Куда мы там хотели, да? Кого бы словить, ребята, где-то, вот. Кого бы нам словить? Да что, у нас вроде ни одного водного даже нету. Даже не знаю, ребята. Даже не знаю, кого мы можем словить в лесах. У нас только вот одни леса тут. Давайте полетим все-таки. Полетим на поиски боссов шайни. Ну, как шайни. Боссов и джунглей, опять же. Которые мы вообще никак не можем найти. О, кто там у нас, если под землей... Нет, ребят, просто нет желания под землю рыться. Потом опять же телепортироваться, да, у нас же покер... Ну, как бы телепорт на покерадаре не работает, поэтому нужно каждый раз... Ну, как бы, не охота рыться. Так. Сейчас.
Ладно, и тебя мы тоже сможем убить. Так, Эмфорос, давай-ка ты по-быстренькому. Мэджикарпа, отлично. Отлично. И можем мы уже лететь дальше. Не в ту сторону, а в эту. Ух, уже темнеет. Вылетели мы, конечно, так под на ночь, да? Сейчас и темно будет, и фиг мы что-то сможем увидеть. Ну, хотя фиг его знает. Может с собой таскать кровать, чтобы каждый... О, точно! Может с собой кровать таскать, чтобы каждый раз не телепортироваться домой. Хм. В принципе, мобов тут нету, поэтому можно спать где угодно. Хм, это, в принципе, можно, я так думаю. Так. Шавот. Вроде он так пишется, да? Потому что тут, что это, океан или... Что-то такое. Что-то такое, какой-то океан тут начинается. И тут такие небольшие островки есть, да? Поэтому есть шанс, что где-то тут Ашавот будет. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Это кто там у нас? Катерпи, да? Давайте сейчас найдем. Попытаемся найти. Да, не ты. А вот... Вот, плаваешь, я думаю, где ты? А ты там в воде. Так, плаваешь. Ну, все, тут больше никого нету. Это вот сюда. И уже можно, ребята, я так думаю, потихоньку делать магазин. У нас уже, в принципе, там куча всего, можно сказать, понасобиралось, что у нас уже валяется в сундуках, да? Ну, в принципе, тут больше никого и нет. Тут у нас океан начинается. Полетим, может? Как думаете? Недолго. Есть шанс, что, например, там джунгли будет, или, например, сейчас там Кёрч заспанится, да? Или... О, нифига себе, тут куча всех, кто тут у нас. Сейчас мы посмотрим, вдруг Сквиртл. Или... Ай, нет. На себе, ребята. А тут что-то реально куча. Так. А тут еще кто? Никого. Толком Глум я там вижу. И больше, ладно, полетели мы дальше куда-то. Не знаю, куда мы вообще Кто это у нас? Тентакруэль, Шайни. Че, попытаемся его словить? Главное как-то его вот тут хотя бы найти. Вот он. Это он. Так, это он. Да. Пытаемся, ребята. Жалко, что не первая эволюция, а сразу вторая, но словить можно, если словим, конечно. Фиг его знает, потому что это еще и под водой как-то не очень. Ну, давайте попробуем. Бульбасаром. Каким венозавром, да, как всегда, потихоньку вот так. Все, сейчас вот так. Походу не действует. Так, или. Давайте еще раз. О, там еще какой-то босс. Сейчас мы посмотрим, что там за босс еще заспанился. Ну, словись. Шайни. Еще один шайни. Давай. Отлично, ребят. Еще один шайни. И сейчас бы нам как-то выбраться, то мы, походу, нереально где-то... Голдин. Ух, ребят, Что-то мне кажется, мы сейчас хрен выберемся. Ладно, вот так. А то мы там на самом дне. Ну, как бы, тут и глубина такая нехреновая. Если так посмотреть, 62, например, да? А вот тут, где мы были, а тут 42. Даже меньше, чем 42. То есть, да хрен, 32. 30 метров глубины, ребята, ни хрена себе, у нас и воздуха не было. Мы бы так еще и умерли, потом все наши вещи бы там были, и пока мы туда возвратились и забрали их, это бы капут было бы. Поэтому, ребята, так,
Ну, зато не умерли, да, и зато быстрее выбрались оттуда, можно и так сказать. Так, что-то тут немного глючит, столько тут этих всех на таком маленьком островке. Так, и полетели. Как, в какую сторону? В какую сторону? Можно и в эту, да. Так, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что? Еще может кто-то тут будет? Может. Ну, может, дайте какой-то новый материк хотя бы. С джунглями. Там, где только джунгли будут. Ладно, не только джунгли, но хотя бы маленькие такие джунгли. Ладно, не буду я туда возвращаться за боссом. Пока я туда долечу. Пока его найду, пока его убью. Потом еще не смогу опять сесть на вот этого и полететь. Фирова. Поэтому лучше мы полетим дальше вот так. А тут, походу, уже нифига нету. Ух ты, ни хрена себе, ребята. Зато мы новый биом нашли. Ну просто посмотрите на это. Ни хрена себе, да ну нафиг, валим отсюда, то еще сейчас лаги такие начнутся уже, в принципе, небольшие, когда вот там куча их. Зато, ребята, мы уже нашли новый биом, зимний биом. Перелетели, да, через океан и нашли новый биом. Фух, вот давайте. Нужно потом будет в другую сторону полететь, может там джунгли найдем хотя бы. А, так, смотрим, может кого-то да найдем. Хотя фиг его знает, кого. Этих нам не нужно, силов. Пока что не нужно. А вот тут, походу, вот только вот этот биом будет. Бесконечный, ладно, не бесконечный, но, походу, сейчас вот только вот это будет. Зимняя биома и все. Не знаю, докуда. Вот. В принципе, нормально. Мы уже так пролетели, если честно. Ну, хорошо, за что хотя бы какую-то биому да нашли новую. Фух. Ладно, давайте отсюда мы. Да, уже немного и глючит за того, что там куча покемонов было. И столько, сколько мы уже пролетели, да. Что-то я вообще выговорить не могу. Что я хочу. Так, ладно, идем мы домой, ребята. Ах, тут немного. Хотя нет, тут не глючит. Чуть-чуть. Потому что мы просто уже далеко так отлетели. Фух, ай. Давайте поспим. Хотя бы, да? Да чё ты? Ну, засынай. Спи, отлично. Фу, уже можно это все в сундуки складывать. Уже можно. Так, это вот так. Сюда. Ай, извиняюсь. Это. Так, это. Тут уже нифига нету. Сюда. Вот это. И уже. Нет, еще есть место. Еще есть немного места. И, в принципе, все. Так. Сейчас давайте, ребята, выберем опять направление. О, сначала давайте. О, тебя тоже можно завалить. Где ты там? Я, может, потом джунгли без съемки поищу, потому что это действительно долго. И фиг его знает, когда мы еще вот эти джунгли найдем. Так, ладно, иди-ка ты сюда. Иди ты сюда, чё ты... Да чё ты не попадаешь-то? Наконец-то. Так, отлично. Чё, нифига не выпало? Ладно. Охренеть, сколько мы уже тут полетали, да? В какую сторону бы сейчас полететь? Может, куда-то вот... Нет, туда мы же летели. Или вот сюда... Или вот сюда куда-то. Фиг его знает, потом... Ай, чёрт. Потом посмотрим. Так, ну, пошло только 5 пока что картошечек. Но то, что мы как бы не бегали, да, если вот так бегать, то, конечно, намного быстрее еда закончится. А мы летали, поэтому вроде, когда летаешь, я не знаю, кончается ли. Ну, голод появляется, тратится еда или нет, фиг его знает. Походу нет, мы же нормально так пролетели, а
голод даже не появился, поэтому фиг его знает. Ну, тоже летать мы же всегда тоже не будем. Так, кто? Magikarp, наверное, опять, или кто там? Ну что, давайте его убьем. Вот он опять там. Давайте-ка, Magikarp, ты сюда. Она же есть Magikarp Shiny, да? Отлично. Так. Все, больше нифига. Итак, сейчас. Кто там плавает? Нифига себе. Так, куда бы нам пойти, ребята? Куда бы нам пойти? Фиг его знает. Если я куда-то телепортнусь, то боюсь, что или залагает, или выкинет, потому что лаги небольшие начались из-за того, что мы очень много пролетели, да? Поэтому как-то не хочется. О, точно! Я же вспомнил, что мы хотели, ребята. Мы же хотели это пойти в море, поискать какой-то фосил. Точно. Но для фосила нужно себе сделать шлем, потому что без шлема это очень долго будет, пока мы там будем. Хотя он... Да, шлема. Нужен шлем. Но для шлема нужен... Так. Энчант. Вот, нам этот обычный, а вот этот... Охренеть, но этот пока мы сделаем, это сдуреть можно. Эйофендер. 4. Ну и так нам нужен вот этот, поэтому 4. Давайте 6 обсидианов, да? Или, ну хотя потом посмотрим. Нам нужен обсидиан. Где он? Обсидиан. У нас тут есть. Да ты зараза. Что там он нам выпало? О! Мы же бэкпак точно еще можем сделать. Я не знаю, хватит ли у нас там. Нет, не хватит. Так. Нам нужна сразу же алмазная кирка, да? Чтобы сделать, чтобы обсидиан себе нарыть. А, да не, у нас нормально так золото. То есть мы сможем себе сделать приблизительно 5-6 раркенди, если постараемся. 5-6 раркенди это нормально, ребята, если так смотреть, то в принципе можно будет потом в ад слетать, только для того, чтобы себе голстона кучу набрать. Может, потом еще в шахту пойдем, так как в шахту нам нужно будет, потому что, в принципе, не так и много у нас тут уже угля, поэтому нужно будет потом в шахту. Так, сейчас давайте еще покушаем. Ну, приблизительно у нас где-то идет 6, там, может, 5-6, или еще сколько там картошечек в серию. Приблизительно, не в серию, ну, хотя как. Я уже не знаю, потому что сколько у меня там было и сколько я взял с печки. Вроде я 20 взял, да? Если 20 плюс... Сейчас, давайте пока вот этого убьем. Если отнять 20, то есть у нас сейчас 15, да? То есть 6, да, 6 пошло. Ну, 6 это тоже так. Ух, нифига себе. Так, отлично. Что там выпало? Это нам пока не... Ну, так, нормально. Так. Нам еще нужен будет сделать себе ведро, пойти набрать воды, потушить лаву, ну как потушить, сделать себе обсидиан, да, и взять 6 штук там нам нужно. Сделать себе зачаровальную, и вот это все, чтобы потом, ребята, чтобы потом себе сделать шлем и пойти искать фосил, да? Так, ну что ты там? Что я хотел? Так, тут так. И тут так. Отлично. Нам нужно. У нас палки есть, палки. Можно себе делать кирку. Кирка у нас вот, алмазная кирка. И что нам нужно? Нам нужно еще ведро. Вот так.
И тут у нас вот это, тут у нас ничего. В принципе, ребята, думаю, на этом уже можно заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.